Следующим номером нашей программы мое выступление и тема, которую нам, хочется сказать, подкинул наш коллега из Соединенных Штатов, профессор Сергей Самойленко, который сегодня будет в 18:40 выступать последним номером нашей программы. Он подкинул ссылку на блог и такие размышления некого программиста Чарли Гуо, который вот рассказал, можно сказать, о такой грустной и неприятной, что ли, стороне жизни. Он не то чтобы рассказал, он поделился своими эмоциями, можно сказать, приоткрыл завесу, не то чтобы тайны, а вот завесу над такими стереотипами о том, что вот жизнь цифрового кочевника — это путешествие, это свобода, это новые впечатления, это вот такие вот, знаете, только позитивные исключительно эмоции, которые человек получает и от работы, и от отдыха, и вообще от всего, что его окружает. Я бы назвала вот это свое вступительное слово к этой дискуссии, которую хотелось бы завязать, она будет у нас не длинная, 30 минут. Я бы, вот если бы Вишневский не использовал это название, точно я бы до него додумалась, я бы сказала «одиночество в сети». Потому что все-таки самым главным таким рефреном, который проходит красной нитью через все вот это мое размышление и поиск информации, это действительно одиночество. Так вот, вернемся к программисту Чарли Гуо. Он написал такое небольшое, поделился своими именно эмоциями. И три основные вот эти самые эмоции, чувства, которые он представляет и до которых он дожил, будучи цифровым кочевником, это, я сказала уже, одиночество, равнодушие и страх. Вот он даже извинился перед читателями с этой статьи, сказал, что, возможно, они не ожидали такого от него, потому что он всегда был человеком позитивным и, в общем-то, делился, опять же, своим опытом жизненным на таких нотах, ну, извините, повторюсь, позитивных, а тут вот, оказывается, он пришел к некому даже экзистенциальному кризису, можно сказать. Я попыталась найти еще больше информации, пришла на тот веб-сайт, который вот у Ирины Петровны был в ее презентации, Марк Мэнсон, темная, может быть, помните, да, там было написано «Темная сторона цифрового кочевничества». Он в 2013 году написал статью для CNN. CNN его попросил канал, да, написать что-то о его жизни цифрового номада. И он им раз, и вот такой вот и выдал, да. Им, кстати, не понравилось, они даже попросили его переписать статью, но, однако, на своем сайте он выложил такую полную версию. Вот, в частности, он рассказывает о книге «The 4-Hour Work Week», которую написал Тим Феррис. Книга такая достаточно позитивная, ну, да, «Четырехчасовая рабочая неделя», перевести название, да. Вот, этот Тим Феррис называет группу людей, вот этих успешных интернет-бизнесменов, цифровых кочевников, новыми богачами, можно сказать, такой термин даже вводит, выделяет основную характеристику группы – незаинтересованность материальными ценностями, а заинтересованность и стремление расширять опыт через путешествия и новые впечатления. Сам Мэнсон упоминает, однако, о негативных вот этих вот сторонах жизни цифрового кочевника и выделяет вот три основные – отсутствие разграничений между деловой сетью партнеров и друзьями. Он говорит о том, что те люди, которые окружают его в сети, вот знаете, как сейчас называются друзьями, да, в социальных сетях, люди, которые на самом деле вашими друзьями-то не являются. Вот он об этом и говорит, что, по идее, у него очень много друзей, получается, однако это по большей части его деловые партнеры, да, фантомы и деловые партнеры действительно рано или поздно что-то, вот поскольку они занимаются примерно одним и тем же, ну или, по крайней мере, на одной волне вот этого цифрового передвижения по миру и какого-то бизнеса в интернет, они все равно находят рано или поздно какие-то моменты пересечения в бизнесе и становятся партнерами. Ну, а как вы понимаете, работу и личную жизнь, и друзей смешивать нежелательно. Ну, поэтому вроде как настоящих друзей нету. Это первое. Второе. Негативная сторона. Возможность, а точнее
да, возможность видеть самых близких людей лишь несколько раз в году. Он перечисляет, что членов своей семьи, а также все важные события, которые происходят в жизни, свадьбы, типа похороны тоже бывают, дни рождения, рождения, крестины, он все это пропускает. Он не имеет возможности присутствовать, его родная мать, он об этом все время думает, это тяжелым бременем лежит у него на душе, что его родная мать все время ему говорит, когда же я тебя, сынок, увижу больше-то, чем на 3 дня в году? Не получается. Третье. Высокая вероятность впасть в состояние самолюбования и нарциссизма. Кстати, мне вот очень понравилось, я об этом не думала. Ты постоянно центр внимания. Внимание людей. Ну, а это дальше будет. Внимание людей вокруг. Когда... Вот он говорит о том, что когда ты представляешься окружающим, говоришь, что ты цифровой номад, люди говорят, ой, наверное, как здорово тебе, тут какая у тебя жизнь. И человек постепенно начинает сам верить в собственное божественное предназначение, не знаю, как это, вот, в собственную значимость, да, и все больше и больше придает себе таковой значимости и впадает вот в это вот состояние самолюбования и нарциссизма. И вот Мэнсон утверждает, что цена свободы, вот этой самой свободы, на самом деле изоляция. И вообще говорит о том, что не существует свободной жизни. Просто оковы, одни оковы удобнее других. И говорит, что на самом деле номады тоже зависимы. И вот то, что сказал Тим Феррис, что они не заинтересованы материальными ценностями. Да, материальными ценностями, имуществом и статусом они не заинтересованы. Вопрос. Однако, да, тоже вопрос. Однако они зависимы от своего эмоционального опыта, от новых ощущений. То есть, получается, они зависимы от этих ценностей, так же, как люди, ну, скажем так, нормальные, зависимы от, может быть, имущества, да, от интереса к имуществу и статусу. Дальше, еще немного. Я пошла по сайтам и решила посмотреть уже какие-то менее, может быть, эмоциональные, а такие, знаете как, 10 лайфхаков, как сделать котлеты вкуснее. Вот так же здесь. Вот прямо сухие факты. Действительно, какие характеристики жизни цифрового кочевничества можно отнести к минусам. Вот на сайте, который называется Become Nomad, то есть стань номадом, becomenomad.com. В 2014 году еще появилась статья «Недостатки жизни номада». Относятся одиночество, отсутствие личного пространства, то есть место, которое можно назвать домом, эффект привыкания к новому. То, что раньше не впечатляло, оказывается, точнее, то, что раньше впечатляло, оказывается, теперь, вы знаете, как человек, который хочет все больше и больше адреналина получать, да, от жизни, то, что раньше впечатляло и казалось вау, теперь уже человек стоит, смотрит на закат где-нибудь в Кейптауне, знаете, на мысе Доброй Надежды, вот пингвины, да, вот солнце садится, знаете, а уже все, уже этого не нужно, уже, ну, не булькает что-то внутри, искры нету. Дальше. Иллюзия больших финансовых возможностей. На самом деле, действительно, многие номады говорят о том, что это только иллюзия, что на самом деле нужно долго работать, чтобы вот как эти успешные люди, у которых свои блоги, свои сайты, зарабатывать много денег в сети, путешествуя, потому что там же время – деньги, вы во время путешествия вы не работаете, не везде есть хорошая интернет-связь, да, и так далее. То есть много проблем, которые не дают вести бизнес. Вы знаете, вот как вот сейчас нам предыдущий, да, докладчик сказал, что вот раз у него все хорошо. Видимо, он до этого-то многие годы не цифровым образом свою компанию строил, чтобы потом иметь возможность не отвечать на письма, да, и все хорошо идет. Дальше. Постоянные потери. Теряешь все, к чему привыкаешь за какой-то короткий период жизни. Место дислокации, любимые места, где ты пил кофе, ел тортик, некий социальный круг, к которому ты привыкаешь, ведь мы быстро привыкаем к людям, даже за несколько, да, за несколько встреч, за несколько дней. Дальше. Реакция людей со стороны. Это вот к тому, что сказал Марк Мэнсон. Первая обычная реакция – это зависть. Потом множество вопросов, цель которых доказать, что ты вообще не так живешь. Но потом, когда ты получаешь ответы, что все-таки у человека все хорошо, оказывается, что ты здорово живешь, люди сами начинают в это верить и уже не видят вот этих минусов. То есть получается, что они живут в этом постоянном, в розовых очках, можно сказать, а потом в один прекрасный день эти розовые очки могут упасть. И человек понимает, что он одинок, что у него нет места, ну, понимаете, да, и все вышеперечисленное с ним происходит. Дальше. Отсутствие возможности быть свидетелем важных событий в жизни. Ну, об этом мы говорили.
Сложности в построении карьеры. Если вдруг однажды digital nomad, цифровой кочевник, захочет остановиться и сказать: «Все, хочу работать в компании», окажется, что в резюме-то ему написать нечего, потому что все время, что он путешествовал, это одна большая черная дыра во время, да, он был, что называется, self-employed. Как это по-русски? Ну, заработал сам на себя. Ну, это, конечно, такой спорный вопрос. И вот для меня тоже вот грустная вот это показалась вещь. Сложность с выстраиванием серьезных отношений с противоположным полом. Ведь действительно, ты должен найти такого же человека, который ведет такой же образ жизни, который тоже будет с тобой передвигаться. Ну и вот такие вот семьи, конечно, существуют. Вы об этом в своей лекции говорили. Но вот говорят, что это очень сложно сделать. Дальше. Еще на нескольких ресурсах. Тут, по-моему, на целую докторскую диссертацию может хватить от изучения вот этой проблемы, да? Один из сайтов, да, affordanythingsite.com добавил в копилку такие проблемы. Одержимость интернет-соединением. Человек постоянно, да, постоянно должен смотреть, Wi-Fi есть или нет. Работа преследует тебя везде, ты всегда подключен, потому что, поэтому ты не можешь отвлечься. Можно поддерживать бизнес на уровне, но сложно расти, об этом говорят некоторые бизнесмены, то есть сложно компанию развивать. Можно, однако, удерживать на одном, да, на одном уровне. Работа за ноутбуком, вот уж что бы мог подумать, предполагает меньшую эргономичность расположения работающего, чем за стационарным компьютером. Это ведет к проблемам со здоровьем, сколиоз и так далее. Дальше. Нельзя сразу стать успешным номадом. Отсутствие инфраструктуры для работы, нет офисной техники, тоже проблема. Отсутствие круга общения в реальности. Небезопасность, кстати, потому что на самом деле, вот еще ну, тут первый наш программист говорил, как хорошо, что я родился мужчиной, что я могу вести такой образ жизни, потому что он вообще считает, что женщина для женщин такой образ жизни, он так вот предполагает больше рисков, чем для мужчин. И, наконец, полная ответственность за самого себя. Нет человека, который подставит тебе плечо, ты отвечаешь за все. На этом моя часть закончилась. Я темную штору опустила сейчас на всех, всем стало грустно и плохо. Давайте поговорим. Что вы думаете по этому поводу, да? Да. А тогда не записывается. Да, нам же записывать надо. Мы тоже в историю должны войти. Жанна Сергеевна, скажите, пожалуйста, вот вы когда рассказывали, вы говорили о минусах, а для вас минус и риск – это одно и то же? Или все-таки это не тождественные вещи? Нет, это не тождественные вещи в принципе, но здесь я, конечно, несколько смешала, потому что я не могу сказать, что я провела некое серьезное исследование, да, я просто просмотрела очень много источников и собрала вот так, то, что можно и к рискам, и к минусам отнести, ну, наверное, немного в кучу смешалось, да. Да. Ну, вы даете, вы сейчас ко мне, вы, да, как будто я, да, как будто я, да, а вы скажите, вы-то, вы в дискуссию, вот вы и скажите, что вы имеете в виду, вы имеете в виду, что? А ее роль другая. У меня другая роль, поднять проблему, да, да. Я просто проясню ситуацию, потому что... как сказать, я раньше сталкивалась с этой темой, да, и про докторскую не случайно, мне подруга пишет докторскую по рискологии, но в педагогике. Да, и поэтому и с рисками, с разными, в том числе, например, когда я про проекты рассказываю, я говорю, что есть риски, ну, как у любой деятельности, да, и риски самого разного рода, ну, вот они там классифицируются, там риски там финансовые там и так далее. Поэтому, когда мы говорим про риски цифрового кочевничества, что имеется в виду под рисками вообще? Ну, я думаю, это возможность, что что-то, вот как самый простой момент, да, что у вас может это случиться, с вами может это случиться, и ваш выбор, либо вы, ну, вступаете в это, да, но можете... У вас может развиться сколиоз, да, а может не развиться сколиоз, да. Вот, да. А что касается минусов, это точно уже. То есть это то, с чем вам придется, ну, сталкиваться, иметь дело и решать эти проблемы. Да. Риск в том, что вы можете столкнуться со множеством минусов. Насколько я знаю, вот в психологии риск понимается как возможная опасность. Да, то есть когда, это, да, я про это говорю. Да, когда это, она да. уже явная, это случившаяся, минус, да. это уже не риск, по сути дела, да, поэтому...
Дисциплинарный. Если мы не будем включать микрофон, нас не услышат в эфире. Может, там тоже вопрос кто-нибудь задаст сейчас. Вот кто-то спасибо сказал, но это не мне. Так, я прошу, да, студентов, давайте, конечно, и тоже в микрофон. Ваши мысли вообще, хочется, не хочется, почему? Хочется. Другой вопрос. Как вы считаете, каждый цифровой номад испытывает именно эти минусы? Он ощущает их на себе, и это неизбежно, то есть каждый их ощутит? Или же все-таки есть риск, не риск даже, а возможность прожить всю жизнь в этих, как вы выразились, розовых очках и не испытать на себе весь этот негатив? Вот, всю жизнь, наверное, в розовых очках, вот, судя по всему, нет. Потому что вот на каждом сайте, в каждом блоге есть, да, они говорят о том, что, безусловно, плюс есть. Кто-то в более таком радостном, да, вот восторженном все еще состоянии многие годы находится. Но даже они говорят о том, что минусы, безусловно, существуют, да, вот риски есть, поэтому грустно, когда человек всю жизнь может в розовых очках, чем бы он ни занимался, наверное. Я хочу сказать, но я в конце, когда... Но все-таки хочется? Да, конечно, хочется. Серьезно? А как тогда с ними бороться, с этими минусами? А вы знаете, вот, между прочим, после того, как я вот это вот все собрала и почитала, у меня вот сложилось впечатление, что вот эта тенденция и какое-то вот желание, может быть, как тренд, через некоторое время... притухнет, может быть. Я не знаю, сколько времени это займет. Нет, я имею в виду не профессионально. Это хорошо, потому что это должна быть у нас прения, должна быть, дискуссия должна быть. Потому что вот сейчас это больше модно, чем необходимо. А мне кажется, перейдет к тому, что станет именно вот и будут некие сферы бизнеса там, которые можно будет, ну, только в таком режиме вести, ну, и тогда у человека будет вот эта свобода. А будут такие, которые... Да, Ирина Петровна? Не согласна. Категорически не согласна. А может быть, еще кто-то что-то скажет? А то я сейчас свой кирпич положу. Можно я вот Анастасии выскажу вот по вопросу, да, Анастасии, свою точку зрения. Мне кажется, ну, во-первых, все хорошо в меру, да, в жизни. Вообще какая-то золотая середина была. И вот здесь как бы как раз как некий фактор риски снизить, как бы чувство меры во всем. Когда тебе уже что-то становится, ну, выражаясь таким молодежным языком, не в кайф, ну, кто мешает вообще отказаться-то от этого образа жизни? А во-вторых, ну, как говорится, в разных возрастах одно и то же может вызывать совершенно разные ощущения. Да? То, что для молодежи, допустим, хорошо уже в престарелом как бы, возрасте, кажется в тягость. Поэтому, на мой взгляд, это тоже некий период, это некий яркий период в жизни человека, когда он может как раз пуститься вот в такое бесконечное путешествие, посвятить себя там, своей самореализации в бизнесе, в творчестве там, и так далее. Но потом, при обострении каких-то других потребностей, допустим, создать семью, завести детей, да, действительно, это же не значит, что вот как каста какая-то, да, ты попал в эту касту, родился цифровым кочевником и всю жизнь должен прожить в этом статусе. Безусловно, на мой взгляд, это некий период и образ жизни, который ты сам выбираешь и сам от него отказываешься, когда он тебе становится некомфортен. У нас там параллельно идет дискуссия уже, наш следующий выступающий, Александр Холод, да, он отвечает на вопросы, которые там, да, вот я просто хочу, там вопрос выхода, есть. Время выхода, когда следующего докладчика нормально, да, еще? Вопрос для обсуждения. Как вы считаете, может ли цифровой номад вести здоровый образ жизни? Можно ли, в принципе, его образ жизни назвать здоровым? Вот Александр Холод сразу говорит, что считаю, что цифровой номад не может быть здоровым по определению. Они ведь постоянно в дороге, в поиске и напряжении. Вот из того, опять же, что я прочитала. Вы знаете, мы когда получали для персональных страниц информацию и фотографию, Ирина Викторовна мне прислала вопрос, мы так с ней переписывались, шутливо, она говорит, вообще цифровые номады бывают некрасивыми, они такие все загорелые, такие все выглядят достаточно здоровые, успешные люди. Но однако вот говорят, что, например, сложно поддерживать здоровый образ жизни, если ты в принципе привык вот к какому-то, как это, не ритму даже, а, например, к экологически чистым вот овощам. Вот ты только на грядке выращенные помидорки ешь у себя дома, приехал в Томск, а тут зима. Ну, это я так, да, преувеличиваю. Вот, и где взять? Негде. Откуда эти помидорки? Ты не знаешь. То есть вот сложно, конечно, какой-то уровень, к которому ты привык, обязательно его поддерживать. Без, да, без этого, как еще слово? Без перфекционизма.
Мой кирпич можно показать? Уже на могилу, да. Так, спасибо. Нет. Так, ну тут, конечно, это импровизация вообще. Вот заготовок-то домашних не было совершенно точно по этому поводу, по крайней мере. Да. Наша вообще-то конференция, это же не призывная кампания в цифровые номады, понимаете? Отнюдь. Вот видите, даже сам факт, что мы вот говорим сейчас об этих рисках всех и прочих делах, минусах, мы хотели бы посмотреть на это явление более внимательно, так, да, вообще учитывая вот, вот эти все вещи. Что я хочу сказать? Понимаете, есть очень много опасных видов, не знаю, там, деятельности профессиональной. Ну, например, там, быть летчиком, да, заниматься дайвингом там, профессионально и даже непрофессионально. Быть, меня всегда удивляет, что тянет людей в горы. Ну, ведь тянет же, ведь идут же они туда. Понимаете, это же не для всех. Это же не значит, что мы вот все должны туда идти, и вот и кто не пошел, тот, значит, неправильно живет. Вовсе нет. Это всегда человек осуществляет свой выбор, ему нужно или не нужно. И вот автор того блога, который вот все это перечислил и стал, собственно, поводом этот блог, да, у нас для, для дискуссии, он говорит, и то плохо, и то, и мне плохо, и маму я не видела, и меня мама не видела. Так идите к маме, живите дома, вы просто не готовы к этому, потому что действительно не все люди на это способны. Не все, как равно, как не все люди способны выступать на сцене Большого театра, понимаете, петь в опере, там, не знаю, что-то очень много чего делать. Это совершенно особое, вот, но что я хочу сказать, меня вот порадовало, говорит, вот там в пред каком-то возрасте Ирина Викторовна сказала, чего-то в престарелом, говорит, уже это все. Я поняла, я еще не в престарелом возрасте, потому что меня тянет. Я не могу, конечно, сказать, что я там цифровой номад, нет. Но меня вообще волнует эта тема, и периодически мне хочется уехать из дома. И я уезжаю. И что интересно, когда я уезжаю, мне обязательно с собой мой ноутбук, да, и обязательно с собой у меня iPhone. И где бы я ни была, даже если я нахожусь в Италии 15 минут от Венеции на зимнем курорте в свой законный отпуск, я теперь его делю на две части, сразу говорю. Вот. Я, значит, после того, как я в бассейне поплаваю, у меня тут же стоит ноутбук, и я пишу тексты, которые я должна выслать в срок в свой родной университет, чтобы они были там на сайте размещены и прочее, прочее. Это вообще что? Я считаю, что я такой сезонный цифровой номад, понимаете? Вот полностью уйти в это я не могу, конечно, нет. Но периодически туда вот так, раз, туда, и вот, вот я, да, и я вижу, я получаю от этого. Я домой потом хочу, да, я устаю уже от всего, да, все. Но когда я поживу так 2-3 недели, думаю, мне опять хочется ехать, опять с айфоном, опять с ноутбуком, это вообще что? Ну, наверное, что-то в характере есть такое вот авантюристическое. Так я говорю, что это каждый ты должен решить за себя и не судить других. Там, почему вот он туда пошел, он там нездоровый, нездоровый. Там хватает и здоровых, и нездоровых. Точно так же, как у оседлых людей, которые нет цифровой номады. Они тоже здоровые, и нездоровые. Можно сидеть в полном комфорте дома вообще и быть нездоровым ни психически, ни физически, понимаете? Поэтому это вот, это моя точка зрения, да? Вот. Я бы могла еще долго говорить, но я надеюсь, вы поняли вообще, о чем я. Спасибо за внимание. Спасибо. Может быть, еще кто-то хочет выступить? У нас есть еще немного времени. Преподаватели поделиться своими впечатлениями. Ну вот. У меня вот такой вот вопрос по поводу того, что цифровые кочевники испытывают сложности с построением карьеры. Я бы здесь, например, не согласилась, потому что я думаю, что есть такая важная часть биографии цифрового кочевника, как портфолио. И так далее. Я думаю, что именно это самое портфолио, оно и обеспечивает потом тебе какой-либо авторитет. И, следовательно, ты можешь далее на свое портфолио рассчитывать. Угу. Ну вот, это все, что я хотела. Нужно поездить по миру, нафотографироваться везде, потом сидеть дома просто и делать вид, что ты...
Можно просто участвовать в проектах различных, да, и свои эти результаты участия в этих проектах вот как бы подкапливать и потом предъявлять потенциальному работодателю. Сейчас очень многие компании работают с сотрудниками, которые от них удалены, это называется дистанционная работа. Мало того, что они удалены, они еще и кочуют, да, и нормально этот аутсорсинг, это возможность, кстати, расширить целевую аудиторию, вообще клиентскую базу этой компании, с помощью этих же цифровых номадов своих сотрудников. Так что тут свои тоже есть преимущества, и можно и работать. Собственно, чему посвящена моя статья «Бизнес-коммуникации в условиях цифрового номадизма». Да. Спасибо. Там есть такой комментарий у нас от Анастасии. Я не вижу фамилии. Пушенко. К вопросу о таком минусе в жизни цифрового номада, как постоянное отсутствие на праздниках или важных обстоятельствах в жизни своих родных. Разве не проще человеку, который не привязан к определенному месту и у которого работа всегда с собой, оказаться дома, чем тому, кто, например, уехал жить в другой город и привязан к определенному месту работы, жительства и так далее? Вот я хочу прокомментировать. Мне кажется, не проще, потому что цифровые кочевники – это не всегда обеспеченные люди. Даже я, наверное, сказала… по большей части это люди, которые как раз ищут более дешевые варианты, например, авиабилетов, я не знаю, какие-то бюджетные варианты, останавливаться в отеле. Да, они ищут новых впечатлений, но новые впечатления можно получать не обязательно в люксах, да, в отеле и там, я не знаю, в бизнес-классе самолета. Поэтому, конечно, совершенно не всегда, вот я поняла, существует возможность просто даже купить билет, потратить лишние деньги, которые совсем не лишние, и приехать домой, особенно если ты находишься где-то действительно далеко. Ну, а потом тебя могут и обстоятельства, видимо, рабочие какие-то гонять по свету, по миру, и тоже нет возможности. Да что там говорить? Мы живем в одном городе. Многие живут в одном городе. Как часто мы посещаем родителей, да, там, я не знаю, бабушек, дедушек? Как? Потому что мы все время заняты даже здесь. У нас даже здесь нет возможности времени всегда быть свидетелями. А так выйти в эфир и бабушку поздравить с днем рождения, понимаете? Тоже приятно будет. Да. Да, да. Если мы сейчас не сделаем... Я слушаю Ирину Викторовну, Ирину Петровну, прошу прощения, у меня такая мысль возникла. А что, если не только люди не готовы к тому, что стать номадами, но еще и мир не готов к тому, что номады могут появиться? То есть туристический бизнес не развит, скорость интернета у нас низкая, люди не готовы к тому, что, допустим, близкий человек может сорваться с места и начать вести такую современную кочевую жизнь. Может, таки в будущем, когда мир изменится, и скорость интернета станет выше, и бизнес лучше, туристический, возможно, все будут цифровым кочевником, это не будет так тяжело и страшно, как сейчас. Ага, так кто же спорит, что пока что мир местами готов, понимаете? Туда в основном они едут, цифровые номады. Но наш ректор на своей странице, в одном из материалов недавних о цифровых номадах, цифровые кочевники, они уже среди нас, если вы читали, он нам обещает, что в ближайшее время университетский наш кампус, он будет готов, он станет таким местом, оазисом, понимаете? Так что вот здесь у нас уже почти, а скоро будет совсем. Поэтому местами да. Но, опять же, если не будет спроса, то не будет и предложения. Если не будет цифровых номадов, зачем для них создавать инфраструктуру? Здесь все очень связано. Ведь правда? Спасибо большое всем, кто свои комментарии все-таки высказал. Коллегам спасибо.